В Русском драматическом театре тоже премьера. Под занавес театрального сезона зрителям представили спектакль «Доктор Базаров» по произведению Ивана Тургенева «Отцы и дети». Душевно рад приезду. Хрестоматийную историю об отцах и детях каждый из нас знает со школьной скамьи. В центре романа Ивана Тургенева конфликт между молодостью, требующей перемен, и опытом зрелого возраста. А режиссер Владимир Красотин взглянул на эту историю под другим углом. В постановке Русского драмтеатра большой акцент делается на главном герое – Базарове. В нем есть что-то ухарское, разболтанное, но нет-нет, да и проскользнет внутренняя печаль обреченности. Он страстно влюбляется в Анну Одинцову. И эта любовь мучительная для самоуверенного нигилиста. Вы не считаете меня достойной вашего доверия. Вы всех нас презираете. Вас я не презираю. И вы это знаете. Ничего я не знаю. А вы заметили во мне сдержанность? Что с вами? Евгений Васильевич. И вы желаете узнать причину? Да. Знать, что происходит? Да. И вы не рассердитесь? Нет? Знаете, я люблю вас. Глупо, бездумно. Вот чего вы добились. Евгений! Вы меня не поняли, Евгений! Я должен извиниться перед вами. В роли Анны Одинцовой актриса Русского драмтеатра Диана Яковлева. Она признается, ей очень близка ее героиня. Свою роль она не играет, а буквально проживает на сцене. Образ Анны Сергеевны Одинцовой очень неоднозначный. Я даже готова к тому, что после спектакля половина зала, может, и не примет эту героиню. Но мне очень хочется донести до зрителя, почему Анна Сергеевна стала такой холодной. Мне хочется очень оправдать, чтобы зритель ее понял и принял. Погрузиться в эпоху середины 19 века помогают великолепные костюмы. Их автор – модельер Игорь Дадиани. Специально для этой постановки изготовили и обувь. Декорациями и оформлением сцены занимался главный художник театра Владимир Шведов. А музыку написал заслуженный деятель искусств Чувашии Андрей Галкин. Постановкой «Отцы и дети» 3 июля Русский драматический театр закроет свой 96-й театральный сезон. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика.